Уважаемые жители Республики Хакасия и города Абакана, сегодня обращаюсь к вам как рядовой гражданин, имеющий активную гражданскую позицию. Вы прекрасно видите и осознаете, что творится с экономикой, социалкой в Хакасии. Вы все видите, куда нас правительство Республики Хакасия во главе с Зиминым ведет. И у вас есть возможность выразить и вашу гражданскую позицию без партийной окраски и прийти на митинг 16 декабря в 13 часов в Черногорском парке города Абакана и высказать свое мнение о той ситуации, которая творится у нас. Надо понимать, что только вместе сможем сделать так, чтобы Москва нас услышала. Только вместе мы добьемся справедливости. Если нас будет мало, это могут оценить со столицы, что в республике все хорошо. И в очередной раз наши с вами требования просто проигнорируют. Так что все на митинг.